Друзья, всем привет! Хочу еще вот такую вот лампочку вам показать. Чем эта лампочка интересна? То есть в лампочке перегорели полностью два вывода. Лампочка находится под вакуумом, то есть она ничего не нарушена. Рабочая спираль, лампочка на 100 ватт. Но в чем здесь интерес? То есть смотрите внимательно. Вот видите, там паутина внутри. Вон на спирали паутина. Очень тяжело показать. То есть внутри, так сказать, находится как бы паутина. Но паутина не паук сделал, а паутина из стекла. Еще раз повторю, лампочка здесь находится под вакуумом. Но вот такая вот образовалась там паутина внутри. То есть от самого стекла сделалась. Как я это сделал, я объяснять не буду. Может, кто-то догадается, как я это сделал. То есть сейчас я на глазах, чтобы вы убедились, что она под вакуумом, то есть не нарушена колба, здесь ничего. То есть я ее просто возьму, сейчас разобью. Вот, берем его в пакет. Вот она, у нас спиралька. Вот, посмотрите, даже паутина здесь осталась это. Обратите внимание, как обгорели проволочки. Все, друзья, на этом все. Благодарю за внимание.